Дорогие друзья, всех приветствую снова в Канаде. Сегодня я снова в Торонто, в шопинг-центре, который называется Sherway Garden. И вот не могу не показать вам эту прекрасную новогоднюю инсталляцию. До Нового года осталось-то всего, собственно, ничего. Я снимаю немножко заранее, перед Новым годом, но я понимаю, что это видео я, наверное, выложу перед самым Новым годом. И вот все еще хочу вам показать вот такие вот праздничные инсталляции, замечательные. Вот. А сегодня мы с вами пойдем в Зару, потому что, во-первых, в Заре началась распродажа, а во-вторых, продолжая тему Нового года и одежды для Нового года, примерок платьев с блестками, с пайетками для Нового года, то в Заре, в принципе, самое то место, где можно найти все самое такое праздничное, блесточное и пайеточное. И не платить за это сумасшедшие деньги, конечно. Вот обуви очень много такой нарядной. Все это вышло на сейл, все это вышло на распродажу. Бурным цветом уже цветет клиренс. Народу очень много. Я не делаю такой обзор магазина, потому что, во-первых, очень много людей, во-вторых, распродажа, и все висит в беспорядке, и все просто перемешано и смешано. Вот у меня, кстати, похожие брюки я покупала, по-моему, в прошлом сезоне. Они их снова сделали, что ли, или не распродали с того сезона, не знаю. Ну вот, нашла такие же брюки снова. Вот, очень много, конечно, есть нарядной одежды, такой праздничной. Вот, но очень мало, очень плохо все с размерами, потому что размеры остались small, extra small, иногда medium, что мне тоже маловато. Вот это платье, кстати, было extra large, красное, я даже хотела его померить, но оно такое тяжелое, я взяла его в руки, оно весит, наверное, 5 кило. Я подумала, что я не стану даже его примерять. А, собственно, я ведь не примеряю для того, чтобы купить что-то. Я просто вот для показать, потому что мне на самом деле не нужно ничего рождественского, новогоднего. У меня есть достаточно одежды. Я вам показывала в примерках своих видео то, что у меня есть дома. Ну, просто так, для разнообразия, для развлечения. Поскольку вот сейчас еще можно поснимать для Нового года, и скоро эта тема уже кончится и закроется, то пока что вот снимаю, потому что это еще все пока что актуально и очень интересно, потому что вот эти вот все блестки, пайетки и праздничная нарядная одежда в течение всего года, продолжение всего года, нам она будет не нужна, и мы не будем на нее обращать внимание, на нее смотреть. Поэтому я вот продолжаю как бы этот тренд снимать вот последнее, можно сказать, видео про новогоднюю одежду. Пока это еще возможно. И очень хочется еще все побывать в состоянии вот этого праздника, вот этого радостного, вот этого блеска, сверкания. Вот. Но я кое-что взяла примерочную и кое-что вам покажу и примерю. Не совсем то, что я показываю здесь, потому что, опять же, повторюсь, это все было не тех размеров, что мне нужно. Но, тем не менее, я кое-что нашла и покажу вам совсем уже скоро. Мы с вами пойдем в примерочную и увидимся с вами уже там. Ну что ж, привет, девушки дорогие. Я в примерочной в Заре. Свет такой странный здесь какой-то. Не знаю, еще какое-то положение, чтобы не выглядеть странно. Какое-то, не знаю, ну не важно. Я набрала вещей. Всяких разных, вот вы видите, и блестки, и бархат, какая вот кофточка хорошенькая, в общем, бархат снова, короче, вот это интересно, это не крисмасная вещь, но, короче, что хочу сказать, с моим размером, правда, друг, мне нужен ларч, а у них все small, extra small, и я прям с трудом нашла что-то, было очень много вещей, которые я бы взяла в примерочную, но они все medium, small, extra small, а так все какое-то получилось черное, ну, вот. Не знаю. Посмотрим, что получится в сегодняшней примерке. Надеюсь, что получится новогоднее что-то, праздничное. Давайте начнем не с новогоднего праздничного, а вот с этого бомера. Я просто очень, мне хотелось очень его померить. Я принесла его в примерочную. И пока я в своем платье, вот я решила надеть его с этим платьем. Очень интересная вещь. Большой размер large, очень дорогая вещь. Как бы я вам сейчас покажу цену, сколько он стоил. И как его оценили. Боже, у меня такие волосы красные под этим светом. У меня волосы не такие красные. Вы же знаете, какого цвета у меня волосы. Совсем не такие. А так у меня морда красная. И так у меня морда красная. Короче, в общем, очень интересный, такой классный. Но вы знаете, что он large, он мне на самом деле в самый раз. Вот тут вот, если застегивать, то это будет то, что надо. Просто он очень объемный, с очень объемными рукавами.
и проймой, но это то, что мне нужно. Здесь карманы какие-то заданы передние. Интересно, что я не поняла. А, вот карман, правильно. У меня как раз вот сегодня такое платье с такой же проймой. Вот по такой платье вот самый то, вот такой вот бомбер. Бомбер. Вот такой бомбер. Какой он интересный. Смотрите, какая у него ткань. Сейчас я вам сниму, покажу. Вы знаете, он не такой уж и дорогой. Он сейчас $100, стоил 170. Ну, как бы это не дешево, но не так уж и дорого. Кстати, сшит он в Португалии. Это я к тому, что все, что Зара, это все Китай, Китай. Нет, не все Китай. А некоторые вещи шьются в Европе даже. Вот. И вот такая вот интересная ткань. Очень своеобразная, очень такой этнический какой-то, такой хипстерский. Я даже не знаю еще какой, но... Необычный. Я очень люблю необычные вещи. Это, безусловно, необычная вещь. Он как будто бы сделан. Не как будто бы, он действительно сделан из кусочков. Это не ткань такая, видите? Это все сшитые куски. Это такой типа patchwork. Ну, классно. Очень интересно. Так, платье классное, реально. Немножко коротковато. Но кто не боится такого мини, и как оно меня обтягивает, хотя это large. Здесь очень интересно сделано декольте. Здесь вставлена вот такая вот проволока, которая как бы все вот это вот держит. Не просто так вот пайетки понашивали, а сделали очень-очень умно. А, и вот тут вот такая вот интересная. Оно как бы запахом, но как бы оно это все сзади просто молния, запах такой фейк. И здесь сделана такая завязка. Видите, с одной стороны блестки, с другой стороны атлас. Очень красивое платье, очень праздничное. То есть, если вы хотите на Новый год, это прям то самое, что ни на есть. Причем у него здесь плечики подставлены, это очень тоже хорошо. Опять же, декольте вот так вот закреплено, я вам потом покажу, опять же, на вешалке, это будет понятно. Вот здесь вставлено из твердого металла, проволоки, какой-то вот такая вот, какая-то металлическая такая вставка. Не знаю, как это объяснить. Вот. Ну, немножко коротковато, конечно. Еще оно такое, знаете, здесь с одной стороны. Вот здесь вот оно вообще короткое с этой стороны. С этой немножко подлиннее. Ну, вот такое вот праздничное, очень праздничное платье. Размер large немножко мне даже как бы так впритык. Но я последнее время хорошо кушала, ездила в отпуск. Там не все еще у меня ушло, то, что я в отпуске набрала. Так что... Так, стоит оно $70, а стоило 100. Ну, потому что оно такое, знаете, не просто блестки. Во-первых, у него есть плечики. А, не видно, но они вставлены здесь, плечики. А, во-вторых, вот то, что я говорила, видите, декольте держит форму. Видите, здесь не видно. Ну, вот, если вы видите с левой стороны, вот здесь такая как бы... как бы такое пришито как ну такое место, которое вот куда вставляется эта металлическая штука, и она идет до самого, в общем, до сюда, вот до сих пор. Я понимаю, что я очень непонятно объясняю, но трудно объяснить, что это, но оно держит декольте очень хорошо. Ну, в общем, вот такое вот платьице, очень даже ничего себе. Кстати, сзади молния, но я влезла так без молнии, не раскрываю. Так, очередное бархатное платье монашки. Вы помните, я в косе примеряла. Здесь тоже такая типа горловина. Но она здесь какая-то, там была такая плотная, она меня прям душила. А здесь такая, знаете, свободненькая болтается. Опять же, на мне плохо видно, но я покажу потом на вешалке. Рукавчик вот тоже с такой вот отделочкой. Очень, кстати, красиво. Видите, пуф такой здесь. И красивый рукав, красиво сделан. Платье очень тоже короткое, но это как бы Зара, и это Новый год. Она очень прямо съедает мою шею, мне кажется. У него можно надеть пояс, можно надеть бусы. У меня есть и то, и другое. Давайте я сейчас попробую. Видите, вот так вот просто. Это обычное совершенно черное платье. Без бархатной. Все украшения – это рукав. Красивый очень рукав. Вот такой вот. И красивая такая вот манжет. Ну, это красиво, правда. Смотрите, на него можно надеть вот такую цепь. Это моя цепь, в которой я пришла. Я получаюсь прям такая готическая дама, прям готическая, прям с таким вот
с таким высоким воротником, манжет и вот такая цепь, это получается немножко такой, знаете, даже такой карнавальный образ чуть-чуть, такой, ну, тематической вечеринки. Можно надеть такой пояс, кстати, тоже очень сильно его украсит, то есть вот простой черный бархат и вот с таким блестящим поясом, ну, оно и так короткое, пояс его еще немножко укоротит, если вы не боитесь длины, то, в принципе, нормально. Но, конечно, оно очень короткое, для меня тоже прям очень короткое. Ну, прежде чем я сниму это платье, я должна вам показать. Я принесла, это такой тейп. Не смотрите на мои волосы, они уже просто встали дыбом от всего этого бархата и этих крепдушинов в кавычках. Это такой кейп. Я видела у них его на веб-сайте. Мне очень хотелось его померить. Мне было страшно интересно, что это за такая штука. Это вот такая вот прозрачный такой вот кейп. Он состоит из двух половинок. И вот здесь вот такие дырки для рук, плечи. Вот такой вот, видите, вот здесь вот. Его надо вокруг шеи обвязать, и он должен болтаться сзади. А сверху у него такой... бархатная, как такая вот эта лента, которую нужно сзади завязать, но он как-то вот пересекается с моим бархатным платьем, с этим. Это клево, это просто классно, вы знаете. Ну, конечно, это немножко карнавал и немножко такой этот... Ну, Новый год, между прочим, это тоже такое довольно карнавальное действие. Иногда, в общем, на Новый год люди одеваются во всякие наряды. Ну, согласитесь, что это необычно. Ну, кто вам еще такое покажет, кроме меня из Зары? Где вы еще такое найдете, кроме как в Заре? Это прикольно вообще, очень смешно. Смотрите, как это выглядит. Короче, вот так это выглядит спереди. У него такой вот как бант, который надо завязать сзади, и он из бархата сверху. А сама вот это такая вот накидка, видите, с разрезанными с краев, с боков разрезанные швы. Вот так она выглядит сзади, видите, вот этот бант завязывается сзади. И стоит это $60, а стоило 90. Всего-то ничего. А сколько удовольствия, а сколько фана, развлечений. Видите, как горло сделано? Вот так вот собрано здесь. Такое стоячее, но оно как-то не очень стоит. Оно даже больше такое лежачее. Значит, это был размер... О, даже экстра ларж. Представляете, как оно короткое, совсем короткое. И $80 оно стоило, сейчас 50 на сейле. Ну, размер, конечно, да. Рукавчик мне его понравился, вот такой красивый. Очень классический наряд для серьезной дамы на Новый год, для взрослой. Не коротенькие какие-то юбочки, платьица, а вот такие вот бархатные брюки. Кстати, брюки классные. Меня, кстати, просили примерить брюки, а то все юбки, платья. Я вот решила примерить брюки. Это очень хорошие бархатные брюки. У них вот такая вот высокая посадка. Посмотрите, видите, как высоко они сидят. И они действительно очень красиво лежат и очень хорошо скроены. Единственное, что это не очень красиво с моими сапогами. Потому что они, видите, такие клешные и немножко короткие. Здесь очень красиво бы подошла бы какая-то лодочка на каблуке. И вот так вот, чтобы щиколотка немножко виднелась. Тонкая, красивая, женская. Было бы в самый раз. И вот такая вот блуза с пайетками. Она с запахом. Как-то я ее так вот связала, по-моему, правильно. В общем, как-то вот так она завязывается. Получается очень красиво вместе. Очень нарядно, элегантно, скромненько. Очень хорошо на какой-то корпоратив или на встречу вот в семействе с родственниками. Вот здесь немножко распахивается этот вырез, но его можно так немножко здесь заколоть, подшить, потому что, по-моему, ее даже можно через голову надеть. Если здесь есть пуговица, но ее можно застегнуть, не расстегивая, и через голову надеть ее, и вот тут вот немножко подхватить, даже брошкой. Красивые такие пайетки, очень красиво блестит, очень хорошо сделано. Здесь такой узел завязывается. В общем, красивый наряд.
элегантный и такой спокойный, ну спокойный, весь блестит, конечно, но я имею в виду никаких мини, там ничего, удобные брюки эти такие мягкие, очень удобные, если вот ночь в них, так это шикарно, прямо мне они нравятся. Туфель мне не хватает, конечно, красиво. Ну, видите, это называется праздничные дни коллекция. Medium размер я примеряла, 99 она стоила, 69-99, 70 долларов она сейчас стоит. Но вы знаете, она очень хорошо сделана, у нее здесь есть подкладка. Так, вот здесь вот у нее вот такая вот пуговица, на которую вы застегиваете. Я даже сняла ее, не расстегивая. И вот этот вот запак с бантом. Единственное, что я бы как-то вот схватила здесь, вот, чтобы оно не расходилось, эта блуза. Вообще очень красивые пайетки, очень красиво блестят, переливаются такие, хорошо сделанные. В общем, симпатичная кофта на Новый год, на празднование, на любой вообще класс. Брюки не покажу пока, потому что еще у меня есть две кофточки примерить, потом уже покажу. Видите, какая я скромно черненькая сегодня. Вот я вам покажу брюки, я эту блузочку заправила, чтобы она как бы... чтобы показать вам брюки, и в принципе она лучше, мне кажется, заправлена. Тоже нарядная блузка, но она не такая вот, как вот эта вот, она более такая спокойная. В принципе, ее можно не только на Новый год, а на любой более или менее торжественный случай. Единственное, что она просвечивается, и может быть, если вы хотите, вы можете надеть какой-то топик вниз, чтобы не было видно ваше белье. Ну вот такие вот красивые брюки, они очень хорошо лежат. Они такие, знаете, ну как-то хорошо сидят, вот такой хороший фасон, такие немножко расклешенные, в общем, мне нравятся они, мне прям очень нравятся, я прям думаю над ними, над этими брюками, потому что они действительно, видите, даже как бы меня делают стройные, я в них довольно стройно выгляжу. Давайте я вам так покажу, чтобы вы поняли, немножко подвела меня обувь, но представьте, что это лодочки тонкие и тонкие на каблуке, и вот видна немного щиколотка, видна нога, и это совсем будет другой, совсем по-другому будет смотреться. Так, блуза у нас, ой, тоже как она была дорогая, 130 долларов, а сейчас 90, ничего себе. Это был размер small. А что же она такая дорогая? Ну, я понимаю, здесь, конечно, все это нашито, бусинки, пайетки, это все очень тонкая работа, но очень странно, что она так дорого стоит. Вот это стоит дешевле даже. Ну, может быть, за счет того, что это несколько видов всяких бусинок. Очень странно, что она такая дорогая. Еще одна блузочка подобная вот этой вот. Немножко попроще, она розовенькая, немножко освежает. На ней тоже, видите, красивые вот такие вот детали, красивая вышивка. Это вперед. Я думала, что это вот сзади пуговица, но нет, это спереди. У нее есть плечики. Я, кстати, заметила, плечики на очень многих вещах появились в Заре. Это как бы говорит о многом. Но плечи уже давно вернулись. Но вот так вот, знаете, в масс-маркет они вернулись, по-моему, реально вот только сейчас. Значит, это размер large. Она вообще небольшая такая, не очень широкая. Я тоже сейчас попробую заправить вот эти брюки. Вы знаете, я заправила, надела свой пояс. Я вообще небольшой любитель брюк. Ну, как-то мне очень трудно подобрать брюки. Мне кажется, что мне все брюки не подходят. Но вот эти прямо мне очень нравятся. Посмотрите, у них высокая посадка. И вот с таким красивым праздничным поясом ярким, с какой-то кофточкой сверху, с каким-то топиком, это прям будет бомба. И они такие, знаете, не с пайетками, не с блестками, то есть они не выглядят как какие-то такие уж очень нарядные, а в принципе их можно надеть на любой какой-то такой торжественный ужин или вот какой-то выход, потому что они прям вот реально выглядят нарядные, но при этом реально не выглядят очень нарядными, прям такими праздничными, новогодними, а вот именно просто как нарядные их брюки, очень красиво. При этом, знаете, я удивлена, потому что бархат обычно немножко увеличивает, полнит, а вот эти вот как-то вот нет, они прям очень хорошо сидят, наверное. Тоже непонятно, почему она настолько дорогая, эта блузка. 129 она стоила, сейчас 90. Может быть, это ручная работа. Вот это, видите, она из вискозы сделана, я проверила состав.
Ну, вискоза, это не такая уж дорогая ткань, знаете, вообще, я бы сказала, даже дешевая. Но, может быть, это вручную пришивается все. А, вот здесь еще такие красивые пуговички. Ну, в общем, она красивая, конечно, это блузка. Хорошо так сделано, в общем, очень, очень красивый цвет. И очень красиво вот это, конечно, все пришито. Размер large. И это, значит, из коллекции Limited Edition. Ну, окей, так что, все равно это так дорого, странно. Знаете, брюки совсем недорогие. Они стоили 60, а сейчас стоят 40. Вот размер large. Вот так вот они просто сверху. Здесь замок, высокая посадка. Вот такая вот брючина. Очень симпатичная. Я прям, не знаю, прям думаю над ними. $40, да не так уж и дорого. Ну что ж, дорогие девушки, я вас еще не поздравляю с Новым годом окончательно. Я, наверное, запишу маленькое видео просто с поздравлением отдельно. Потому что как-то не хочется поздравлять с примерочной. Здесь как-то звук, свет, наверное, не очень хороший. Я, наверное, сделаю это отдельным видео. Но Новый год уже совсем прям вот завтра, наверное. Я не знаю, когда я его выложу. Наверное, в пятницу, а Новый год в субботу. Но, тем не менее, с наступающим, конечно же. И увидимся еще до Нового года. Я надеюсь, что я запишу видео до Нового года маленькое с поздравлением. И на сегодня все. Надеюсь, что вам понравилось. Люблю, целую. С вами была Дита из Канады. Пока-пока. Бай.